Здравствуйте, с вами Ирина Ванская, в эфире «Единая страна». Обстановка в агросекторе. Гости студии: Алекс Лисица, президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», Михаил Соколов, координатор рабочих групп по разработке стратегии развития сельского хозяйства. На связи с нами по скайпу Тамара Кутанова, эксперт по экологическим вопросам. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые эксперты, скажите, какая сейчас обстановка в агросфере? Что происходит? Какие реформы? Алекс. Ну, агросфера, она большая, сама по себе, соответственно, включает очень много всяких элементов. Нельзя сказать, что реформы не двигаются, то есть есть определенные, конечно, моменты и по дорегуляции, и по некоторым другим направлениям, которые касаются напрямую сельхозпроизводства. Естественно, что ожидалось большего, то есть ожидался какой-то скачок качественный касательно реформы земельных отношений в Украине. Здесь самый сложный блок, скорее всего, в нашем сельском хозяйстве. К сожалению, к этому блоку пока не пришли, хотя зарегистрировано в парламенте несколько инициатив. Также у нас есть определенные вопросы, тоже, что касается использования недохимикатов по семенам, по сельхозтехнике и так далее. Обобщающе можно сказать, что есть определенные инициативы, которые прорабатываются на сегодняшний день и в правительстве, и в парламенте, но за последний год, к сожалению, рывка не состоялась. А этот связан рывок, что он не состоялся, с войной? Вы знаете, войной можно объяснить все. Но нежелание проводить реформы войной объяснить нельзя. Согласна с вами, конечно, однозначно. Михаил, по вашему мнению, чего сейчас не хватает? Что нужно проводить? Какие стратегии? Я немножко другую бы оценку дал нынешней ситуации. На мой взгляд, все-таки есть позитивные изменения, в том числе в темпе реформ, которые мы имеем. И это связано прежде всего с обновлением состава парламента. Если мы посмотрим на те законопроекты, которые в последнее время принимались, ну, скажем так, за последний год, то мы видим, что действительно принято достаточно много законов, связанных с дерегуляцией, с упрощением там, арендных отношений, с отменой определенных там, ограничений, связанных там, с перевозкой транспорта, получение сертификатов качества и так далее на зерновые технические культуры и так далее. То есть я бы не сказал, что вообще ничего не происходит или что темп такой же, как был раньше. Нет. Больше того, принимаются законы, законопроекты, законами они становятся, которые, наверное, раньше было бы и невозможно принять. Также у нас есть достаточно серьезный прогресс в сфере евроинтеграции. Это прежде всего то, что касается выхода наших предприятий на европейские рынки и гармонизации нашей системы обеспечения безопасности пищевых продуктов с европейской системой, что для нас достаточно важно, потому что именно этот процесс, когда мы его закончим, позволит нам получить, скажем так, полный, полномасштабный доступ на европейский рынок и на те рынки, которые признают европейскую систему обеспечения безопасности продуктов питания. При этом я должен согласиться с тем, что некоторые ключевые вопросы не решаются. На мой взгляд, здесь проблема не только в том, что нет там желания у руководства страны. Здесь проблема также и в том, что общество не до конца готово к решению этих вопросов. Вот, например, действительно ключевой вопрос земельных отношений, права собственности на землю. Ведь дело же не только в том, что, например, министр или премьер не знает, как этот вопрос решать. Дело в том, что есть очень разные мнения относительно того, как этот вопрос решать у разных групп, представляющих те или иные слои аграрного бизнеса. И мы можем встретить иногда полярные позиции. Некоторые могут выступать за то, чтобы ввести рынок земли без ограничений, а некоторые выступают за то, чтобы, например, только физические лица могли быть собственниками земли, и то в очень ограниченных масштабах. Да? Возникает вопрос, какую модель выбрать? Невозможно ввести рынок, не выбрав модель. И здесь, на мой взгляд, нам важно уже в обществе прийти к определенному консенсусу для того, чтобы дальше Верховная Рада и правительство реализовало такие решения. А какая модель используется в Европе? Ну, во-первых, я думаю, что мы найдем отличия от страны к стране. Но в целом, да, в Европе юридические лица владеют, да, как бы право собственности есть. Но, например, есть достаточно большое количество стран, где есть ограничения того или иного характера, связанные с владением там, иностранцами или вообще с процедурой приобретения земли, потому что могут требоваться различные разрешения. То есть тут очень сложно сказать, какая модель в Европе, какая модель в какой конкретной стране, можно говорить.
Но все-таки меня интересует вопрос, как проходит вот процесс реформирования в Украине? Какие изменения есть, что, над чем сейчас работают? Ну, тут можно сказать следующее, да, что вот что, на мой взгляд, произошло такого важного, действительно того, чего не было раньше. Где-то с Нового года в министерстве совместно с Еврокомиссией запущен проект как раз по разработке стратегии развития аграрного сектора украинской экономики. И важной чертой, которая, на мой взгляд, кардинально отличает этот проект от того, что было до этого, это то, что в нем участвуют не только чиновники, и не столько чиновники, сколько сами представители рынка. Ну, например, вот Алекс возглавлял до недавнего времени украинский клуб, украинский клуб аграрного бизнеса. Представители украинского круга аграрного бизнеса не просто участвуют, они являются руководителями одной из групп, как раз той, которая отвечает за разработку реформы земельных отношений, да. Я тоже представляю аграрную ассоциацию, тоже являюсь координатором там двух групп, которые занимаются соответствующей работой, да. То есть это получился открытый процесс, в который вовлечены как эксперты, как представители рынка, как, кстати, представители Еврокомиссии там, и других организаций доноров, так и министерства. Я считаю, это важно, что этот вопрос открытый. Вот на данный момент мы подходим фактически к финалу, наверное, еще где-то месяц остался, полтора, до того, когда будет опубликована уже там первая редакция, которая, как я надеюсь, ответит на достаточно много вопросов относительно того, куда мы двигаемся и что мы будем делать. Спасибо. Алекс, скажите, как ваша ассоциация видит развитие агросферы в Украине? Мне кажется, что для нашего государства чрезвычайно важно на сегодняшнем этапе утвердить понятную цель аграрной политики нашей страны на ближайшие годы. Потому что на сегодняшний день, если посмотреть, то в сельском хозяйстве Украины у нас, как и в футболе, разбираются абсолютно все, комментируют все. Но никто не понимает, кто же принимает окончательное решение по важнейшим аграрно-политическим вопросам. То ли это министр, то ли это другой министр, то ли это парламент, то ли администрация президента. То есть на сегодняшний день главное определиться, кто мы. Мы – это высокоэффективное сельское хозяйство, ориентированное на экспорт, или же мы – мелкое хозяйство, которое обеспечивает только собственных потребителей. Какая модель должна для нас быть приемлема, та, которая бы приносила деньги в страну, та, которая бы позволяла зарабатывать фермерам и их семьям, или это же та, которая, в принципе, просто-напросто дотируется государством. Эту модель или другую мы выберем, вот это ключевой момент. Как по мне, здесь именно глава государства и руководящие органы государства должны четко поставить план хотя бы там на 5, на 10 лет, для того, чтобы бизнес понимал, какая у нас будет земельная реформа, что будет у нас после 1 января. У нас на сегодняшний день, к сожалению, никто не понимает, какая будет налоговая система с 1 января в стране. Как бизнес вообще может планировать свою деятельность и строить бизнес-модель, если мы не знаем, что будет с землей, мы не знаем, что будет с налогами, мы не знаем, какая будет политика по экспорту, мы не знаем, какая политика у нас будет по импорту, ведут ли новые пошлины или не ведут. То есть у нас на сегодняшний день столько много рисков, я уже не говорю о финансировании, потому что на сегодняшний день кредитование аграрных предприятий, если вообще мыслимо, оно настолько дорогое, что позволить себе только может производитель, я не знаю, там, мака или конопли. То есть на сегодняшний день настолько все, скажем так, сложно в агросекторе, что нужен реальный прорыв. Я надеюсь, что этот прорыв будет в ближайшее время, хотя бы до осени, потому что аграрный сектор – это тот сектор, который на сегодняшний день является главным кормильцем страны валютой. Это главный сектор страны, который, в принципе, сегодня есть драйвером или локомотивом национальной экономики. Этот драйвер можно запустить намного быстрее, можно привлечь инвестиции. Для этого просто надо сделать нормальные, понятные условия в понятной временной перспективе. Вот у меня как раз-таки назрел вопрос. Какой потенциал в агросекторе Украины? Дело в том, что действительно доллар поднялся, и привозить сюда какие-то, да, продукты питания, это стало очень дорого, тем более для нашего потребителя. Может ли наше сельское хозяйство обеспечить наших жителей продуктами питания, чтобы не приходилось завозить из-за рубежа?
Украина обеспечивает себя продуктом питания по основным торговым продуктам. То есть на сегодняшний день, за исключением там, цитрусовых и каких-то диковинных фруктов и продуктов животноводства, Украина обеспечивает себя на 100%. Более, Украина является глобальным игроком на экспортном рынке. Соответственно, говорить о том, чтобы мы обеспечили себя, это мало. То есть Украина должна ориентироваться на экспорт, на страны, которые импортируют продукцию, продукты питания. Соответственно, для нас говорить о том, что мы там обеспечим себя продуктом питания, это то же самое, что говорить, что, я не знаю, что вот завтра мы там будем смотреть в небо и увидим какую-то там тучку. Да? Но что это, Россия обеспечит себя соляркой. Но то есть, вы же помните, это... да, периодическая паника у населения, когда сметают все с прилавка. Это бедность. Это не продукты питания, это наша бедность. Потому что на сегодняшний день украинский потребитель, к сожалению, один из самых бедных в Европе, если не самый бедный. И позволить он себе может только некоторые виды продуктов питания, которые не являются высокомаржинальными и с глубокой переработкой. То есть в основном это крупы, в основном это макароны, в основном это сырое молоко. Соответственно, только цена прыгает на эту группу товаров, соответственно, украинский потребитель начинает бить в ладоши и выметать все с магазинов, сахар и так далее. То есть прямой пример этого всего, вы посмотрите, кто-то когда-то выметал из магазинов какие-то продукты переработки сахара, там, глюкозу, сироп, нет. Берут первое, самое дешевое. Крупы. Поэтому крупы то же самое, гречка, гречневую уже там молотую гречку никто не берет, потому что она неинтересна. Поэтому, в принципе, надо сконцентрироваться на том, чтобы украинский рынок и украинский потребитель, во-первых, украинский рынок был емким, а украинский потребитель был богатым. Тогда, соответственно, и будет, в принципе, большая возможность для украинских товаропроизводителей и здесь продавать. А вторая очень важная, как по мне, ситуация, это то, что касается серого и черного импорта Украины. Потому что правительства приходят, уходят, там война, там мы Россию обвиняем, там еще кого-то. А черный импорт как шел в Украину через всевозможные таможни беспошлинно, по-черному, без уплаты каких-либо налогов, так и есть. Вот вы посмотрите, у нас сейчас открывается рынок черешни, в то же время нас валит полностью вся турецкая черешня в Украину. Вопрос возникает, почему? Кто это контролирует и кому это выгодно? К сожалению, на эти вопросы никто ответа не дает. К сожалению, да. Такой вопрос. Насколько наши земли плодотворны? На самом деле, если мы говорим об экспортном потенциале, вообще о потенциале развития, то мы должны сказать, что у нас потенциал – это разы. То есть мы можем увеличить объем производимой добавленной стоимости в разы. Не на 20, не на 30%, на 100, на 200%. Очень большой потенциал. Он связан не просто с тем, что мы можем увеличить урожайность, там, валовый сбор по зерновым там, в два раза. Да? Но следующим этапом должна идти именно переработка производства, увеличение производства продуктов животного происхождения. А это, по сути, мультипликация. Да? Потенциал огромен. Если говорить о землях, да, это уже, по сути, заезженное, да, что Украина, ей повезло, у нас хорошие земли, у нас плодородные земли. Но мы опять уперемся в стратегию развития, понимаете? Земля, она плодородная, да, это дано, но ее можно очень быстро истощить, и можно сделать неплодородной. И, например, вопрос рынка земли – это в том числе вопрос сохранения плодородности почв. Потому что никакого другого способа, как обеспечить, чтобы кто-то заботился о том, чтобы земля оставалась плодородной, о том, чтобы вкладывать в нее деньги, да, кроме как дать ей собственника, который реально будет беспокоиться о ней, потому что это его собственность, это то, чем он владеет, да? И будет развивать. Нет. Все эти попытки, давайте установим там проекты по севообороту, которые чиновники будут утверждать, контролировать, или там еще что-то подобное, это просто способ создать коррупцию. Но это не способ решить эту проблему. Поэтому я вот, ну, как бы хочу отчасти согласиться и поддержать с тем, что было сказано Алексом. Для нас действительно очень важен вопрос стратегии, очень важен вопрос выбора. Что мы хотим сделать? Мы хотим сделать сельское хозяйство таким социальным, не знаю, подпоркой социальной, да,
для того, чтобы у нас были дешевые продукты питания, чтобы там фермеры еле-еле сводили концы с концами, чтобы они там как можно больше было занятых и меньше автоматизации? Или мы хотим создать сектор, который будет производить много продукции, эта продукция будет свободно экспортироваться, и мы будем получать деньги, и мы будем богатыми? Мы что хотим? Мы хотим как бы сделать так, чтобы не было богатых или чтобы не было бедных. Да? Вот. Мне кажется, что наша задача сделать так, чтобы были богатые. Вот. Спасибо. Вот неоднозначно звучало плодородие земли, поэтому следующий вопрос у меня будет к Тамаре. Тамара, вы меня слышите? Да. В Украине существует проблема с загрязнениями водных ресурсов. Как это отражается на агросекторе? Загрязнение водных ресурсов не единственная проблема, которая есть в нашей стране. Она бьет не только по агросектору. Действительно, действительно такой вопрос есть. Есть вопрос количества ресурсов. Есть вопрос тот, что у нас исчезают малые реки. У нас их есть порядка 60 тысяч в стране, и поэтому страна, в общем-то, богата водными ресурсами, но в связи с тем, что мы неэффективно и неправильно, например, устанавливаем пруды, регулируем эти малые реки из-за того, что мы неправильно ведем управление береговыми полосами, нельзя распахивать вблизи рек на определенном расстоянии. В связи с этим, в связи с тем, что пестицидами мы слишком много часто пользуемся, агрохимикатами, нитраты у нас сливаются в наши водоемы, то качество воды, конечно же, ухудшается. Ну и дальше стоит вопрос, конечно же, как ее используется в сельском хозяйстве, для полива, либо для животноводства. Вот можно говорить о разных последствиях. Ну, навряд ли будут какие-то там сильные вспышки инфекционные или очень сильные какие-то отравления по пищевым цепям в связи с водой. Для этого существуют другие природные факторы, которые могут нарушить такое равновесие и в итоге влиять на здоровье человека, потому что в данном случае мы, в общем-то, в один из углов стратегии, о котором говорил Михаил, ставим. Но вопрос, безусловно, нужно решать. У нас есть вопрос также изменения климата, который, в общем-то, нам уже очень, по-моему, очевиден. И мы видим, что температура поднимается, что у нас смещаются климатические зоны, что расширяются зоны для выращивания определенных как видов и сортов растений. Поэтому это вот один из тех вопросов, на которые мы должны обращать внимание, когда мы говорим в том числе о воде. Потому что если у нас будет уменьшаться количество воды и ухудшаться качество воды, то, в общем-то, борьба за ресурс будет тоже ужесточаться. Я не говорю о том, как это происходит, например, на Ближнем Востоке, но в любом случае, конечно же, рано или поздно такой вопрос будет становиться. Это относительно водных ресурсов. Кроме вопроса качества и количества водных ресурсов, какие еще есть экологические проблемы в сельском хозяйстве? Ну, вы уже подняли вопрос о качестве, о плодородии наших почв. В общем-то, вопрос, к сожалению, стоит у нас этот, и он в большей мере связан с тем, что мы не совсем правильно используем тот ресурс, который у нас есть. Вы наверняка знаете о том, что в годы Великой Отечественной войны, или Второй мировой, как мы сейчас это трактуем, в Германию пытались вывозить поездами нашу почву из Украины, наши знаменитые черноземы, для того, чтобы в Германии выращивать на ней сельхозпродукцию. Но ничего не получилось, потому что почва – это продукт климатических, географических, биологических факторов. И Украина действительно очень богата изначально почвенными ресурсами. Но в связи с тем, что мы слишком много в одно время использовали агрохимикатов, у нас был процесс химизации сельского хозяйства, в связи с тем, что мы не очень правильно подбирали сорта и виды растений, которые выращивали. Здесь я позволю все-таки обратить внимание, что севообороты нужны, они должны регулироваться, потому что подсолнечник, например, на одном месте, когда растет 2-3 года, он выносит слишком много микро-макроэлементов, после него, в общем-то, поле должно отдыхать не один год. Это только один из таких примеров, почему наша почва все-таки не в самом лучшем состоянии. У нас есть проблема также засоления почв, например, в Херсонской области это, к сожалению, актуально.
У нас есть проблема эрозии с водной и ветровой эрозией, но которая развивается вследствие неправильного управления земледелием. Есть вопрос с агрохимикатами. На Украине, как и во всем мире, в общем-то, используется огромное количество агрохимикатов, пестицидов и так далее. Но дело в том, что есть также огромная проблема мирового масштаба на Украине, к сожалению, тоже существует контрафактных пестицидов, контрафакты, контрабанда. Я только что просматривала отчет Европола, который был подготовлен как бы стратегическим направлением деятельности на 2015 год. И, к сожалению, Украина там в этом отчете упоминалась несколько раз как база для перевалки контрафактных пестицидов из Китая в страны Евросоюза очень сложными путями, а может быть иногда и напрямую. Очень часто это мелкая, которой пользуются наши дачники, либо мелкие фермеры. Что такое контрафактные пестициды, я думаю, плюс-минус может быть понятно, если провести параллель, например, с контрафактными лекарствами. В лучшем случае это пестициды, которые не принесут никакой пользы и никак на вас не повлияют. В худшем случае это потеря урожая, это наше здоровье. К сожалению, оборот контрафактных пестицидов на Украине по разным данным достигает от 20% в среднем и до 70% в мелкой упаковке. Это вопрос, который сейчас очень активно выносится на очень высокие уровни государственной власти, как на Украине, так и в Евросоюзе. Мы, например, по этой теме работаем с Европолом. Также, если мы продолжим говорить о... Тамара, давайте следующий вопрос. Это, я понимаю, что очень долгая тема и болезненная тема для нас. Каким образом можно решить эти вопросы? Что нужно сделать? Может, какие-то уже программы разработаны для того, чтобы улучшить ситуацию в Украине? Да. Ну, опять же, и Михаил, и Алекс уже упомянули о той единой комплексной стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий на 2015-2020 годы, которая сейчас разрабатывается. Там существует 8 групп, и одна из них посвящена исключительно экологическим стандартам, экологическим минимальным стандартам. Здесь мы смотрим на опыт наших европейских коллег, вспоминая также, что было... каким образом происходило земледелие в Советском Союзе. Оно было не полностью отрицательным, но были определенные положительные моменты. Мы должны это все вспомнить. В Евросоюзе существуют так называемые минимальные экологические стандарты. Они, в общем-то, финансируются государством, то есть фермер за то, чтобы выполнять определенные требования по состоянию окружающей среды, получает компенсацию. Вот в наших условиях это может быть возможно, может быть нет. Мы будем смотреть это в рамках пилотных проектов, возможно, на уровне области. Но в любом случае мы должны однозначно, следуя международным и европейским лучшим практикам, вводить понятие интеграции вопросов охраны окружающей среды в сельское хозяйство. Потому что сельское хозяйство – это один из главных, скажем, модификаторов или загрязнителей окружающей среды. Мы можем, конечно, не любить это, мы можем сказать, что окружающая среда – это во вторую, в третью, в 25-ю очередь, но мы должны понимать, что это все-таки базис. То есть природа, окружающая среда – это базис. Если мы не будем содержать это в нормальном состоянии, то через 10-15-20 лет нашим следующим поколениям, детям и внукам, все равно придется сталкиваться с огромнейшим проблемой, массивом проблем, больше, чем сейчас. Поэтому в рамках этой группы мы такие минимальные экологические стандарты, механизмы, каким образом они могут регулироваться, и будем помаленечку их решать. Спасибо, Тамара. Мы еще с вами остаемся на связи, не прощаемся. Михаил, Алекс, скажите, согласны вы с Тамарой по поводу текущей экологической обстановки в агросекторе? Ну, я не экологический эксперт, могу сказать лишь со стороны практики, что проблемы есть, существуют, и они, в принципе, связаны, накапливались действительно годами уже. И это не совсем что новое, потому что, в принципе, если посмотреть, та законодательная база, которая касается у нас, например, водоиспользования в сельском хозяйстве, та, которая касается, например, хранения химических препаратов и так далее, она устарела, она не соответствует украинским реалиям, никто ее не выполняет. Нормы
нормы прописаны так, для того, чтобы можно было потом контролировать и брать взятки. Поэтому, соответственно, здесь очень обширная и очень глобальная тема. И одним словом сказать, что вот да, мы что-то сделали, что-то не сделали, скорее всего, нет. Как по мне, здесь должен быть отработан и не на уровне одного министерства там, или экологии, или сельского хозяйства, а должен быть отработан на уровне Кабмина нормальный стратегический документ, который будет, соответственно, поэтапно решать эти проблемы. Потому что то, что касается, вот я уже сказал, водоиспользования, что касается выбросов гноя, навоза и так далее, и так далее. То есть, ну, масса проблем. Они настолько обширные, тут надо просто-напросто брать комплексный системный подход. Да? А то, что касается земли, вот мы там начали разговаривать о том, что наши земли там немцы вывозили куда-то, еще что-то. Это все было, да, это все так интересно и весело. На сегодняшний день проблема страдает, вернее, Украина страдает немножко другого. Потому что изменения климата, они затронули Украину тоже очень существенно. В частности, у нас уже, включая Полтаву, это уже такая степная зона, где, по большому счету, земля-то качественная, не вопрос, но у нас там нет влаги. А, соответственно, без влаги наша земля абсолютно ничего не стоит, и никому она не нужна. Поэтому нужно исходить из того, что сельское хозяйство не только плодородные земли, это комплекс, это климатические условия, в первую очередь влага, это насыщенность солнечных дней, и потом уже земля. Потому что, посмотрите, у нас в Ирландии хорошие земли, нет, плохие, камни. Тем не менее, они свои 10 тонн пшеницы с гектара берут. Германия, которую мы землю возили, или они вывозили землю с Украины когда-то, они спокойно свои 10-12 тонн пшеницы берут на своих песках и камнях. Ведь проблема не в земле само по себе и не в ее качестве. Проблема в комплексности. Да? Это климат, это влага, это солнечные дни и так далее, и так далее. Вы правильно сказали, что это ну, не что-то новое. Но главное, что это не что-то новое, не стало хорошо забытым старым. Чтобы, в конце концов, наша действительно власть обратила на это внимание, тем более, что на самом деле, наверное, это на данный момент для Украины, я не эксперт, но может быть, ну, стать хорошим подъемом. Вы знаете, ну, надо отдать должное, я знаю, в принципе, практически всех из нового правительства, и то, что ребята стараются, это факт. И то, что они отдаются, и они отдаются. Правильно, и правильный подход. Вы знаете, разработать... У нас такое впечатление, одни бумажки мы подписываем, а другие мы... Я бы сказал так, все-таки не совсем, опять же. У нас есть, например, такой документ, как соглашение об ассоциации, которое прописывает достаточно большой объем законодательства, которое мы должны гармонизировать. Тут простой пример сейчас, просто Алекс упомянул, навоз. Дело в том, что вообще-то вопрос навоза уже урегулирован законом о побочных продуктах животного происхождения, предназначенных для потребления человеком. Законопроект принят. И вступит в силу там, через, ну, практически через год. Самое удивительное, что как раз, например, в вопросе навоза мы там перестарались. Мы там даже умудрились ввести более жесткие нормы, нежели чем те, которые действуют в ЕС. И сейчас, например, мы готовим поправки в этот закон для того, чтобы все-таки, да, не вернуться на исходную точку, но вернуться в некоторую нормальную ситуацию, такое, какая она есть в Европе. С одной стороны, может быть, не самый удачный пример, да, но он показывает, что процесс идет. И в этом плане тот выбор, европейский выбор, который сделала Украина, он во многом подталкивает. Он нас заставляет это делать, несмотря на то, хотим мы, не хотим, запланировали, не запланировали, приходится. То есть, по сути, если небольшими шагами, пусть даже иногда делать шаг назад, можно... Ну, не шаг, ошибочно, где-то делаю ошибки. Исправление ошибок это и есть немножко полшага назад. Но в любом случае это может изменить, по сути, ведение бизнеса в том же агробизнесе. А оно меняет. Главное двигаться, не стоять на месте. Главное двигаться, да. Ну, главное исправить ошибки, которые уже сделаны, и не забыть их, а двигаться только вперед, правильно? Где-то так. Где-то так. Последний заключительный вопрос, очень кратко. Как вы думаете, все-таки Украина в агросфере прорвется вперед? Вы знаете, мы, в принципе, и так сейчас неплохо показываем. Да? Без поддержки государственной, без каких-то либо других там факторов, без хорошего финансирования, без нормального видения по налогам, без земельного рынка. Украина за последние 7 лет вырвалась, в принципе, в одни из лидеров в мире. Сейчас главное этот процесс не остановить, а б, дать возможность сельскому хозяйству эффективно работать в будущем. Тогда, соответственно, не мешать.
тогда, соответственно, я думаю, что будет просто глобальный прорыв, потому как Украины шансы, и у украинского сельского хозяйства шансы просто немыслимые. Колоссальные, да? Огромнейшие. Спасибо. Михаил? Ну, я согласен. Я даже так бы сказал. Вы знаете, у нас просто нет вариантов. Безусловно, мы прорвемся и будем достаточно сильным игроком на мировом рынке, еще более сильным, чем сейчас. Вопрос в том, когда это произойдет. Понимаете? И от нас, от того, как мы сейчас работаем, от того, что мы сейчас сделаем в ближайшее время, будет зависеть, это произойдет через 2 года или через 10 лет. Вот очень бы хотелось, чтобы это произошло через 2 года. Спасибо, Алекс. Спасибо, Михаил. Спасибо за Тамаре за связь с нами. Всего доброго. С вами была Ирина Ванская. До новых встреч.